И о новостях спорта. 14 мая в Кемерово прошел фестиваль боевых искусств «Кузбасский дракон». В нем приняли участие 150 спортсменов из Анжеро-Судженска, Новосибирска, Новокузнецка, Барнаула, Бийска, Кемерово и Искитима. Искитимская команда в количестве 12 человек завоевала 12 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые награды. Всех победителей мы поздравляем с их победами и особое поздравление тренеру Виктору Кнехту.